Здорово, я Брус Грим, и сегодня мы будем продолжать выживание в боги каках. Каня бегает, а чё ты бегаешь без брони вообще? Я зачарованная. Чё ты врёшь? У тебя была зачарованная броня. Это её дело. Куда ты делала броню, объясняй? Зачаровывала я. Чё ты врёшь? У тебя было всё зачаровано. И меч на поджог. Да. Куда делал старые вещи? Объясни. Здравствуйте, мы из компании. До свидания. А я тебе делал свой фирменный скин. Чего ты не надеваешь, что скин нормальный? Не хочу. Я тебе его все равно сделаю другой. Хотя у меня такой вопрос. Что происходит в мире, когда я выхожу, я перехожу в вечно творческий? Ты баг какой-то? Ты баг какой-то? Катя, у меня там мой баг какой-то? Ты какой-то баг? Потому что у меня, когда я захожу опять в этот мир, у меня все получается то, что я в творческом. Почему это баг? Отлично. Начинаю снимать и замечаю, что я в творчестве. Какой ужас. Чего нет? Катя, вот объясни мне, почему у тебя кошки все? У тебя нет опыта, конечно, ты не можешь жаловаться. Дина, можешь идти на фирму. Но я учти, это будет долго. Я жить не хочу, у меня другие планы. Я без очарования. Дай мне меч, что я зачарую тебе его. И, кстати, я нам флаги сделал. Флаг Украины и флаг Франции. Ты мне показывал. Всё, вообще-то нет. Всё, давай свой меч, я его зачарую. Давай кирку. Ну, давай кирку. Скинь мне, что тебе надо зачаровать. Такой весь сет себе скинет. Не, броню я не буду зачаровать, мне за такого опыта не хватит. Ладно, зачарую. Но не всю. Хорошо? Все, я больше ничего не зачем. Ты что хочешь, чтобы я... На, давай скидывай нагрудник. Нагрудник, шлем, скидывай. Да, дай ты мне... Лук, хорошо, все. Лазурит мне, скинь и все. Да ты ненормально, скинешь все. Да, дай. Да куда? Никуда. Отдай, пожалуйста, мне лук свой. Не наплевать, давай. Ваня, у меня вырубился телефон. Я не буду уже отключай. Не нафиг эти облики, я не буду. Кать, не... Я нахватался твоих обликов огня. Эффективность 4, это кирка. У меня эффективный гал, у тебя эффективность 4, хватай. Я не буду тебе на обликов не зачаровать. Считаться на лёд. Фигня какая-то. Не фигня. Ну, 14 так могу зарушить. Ну, тоже смотри. А, уже нет облика, да, хорошо. Ботинчик. Не, лучше на груди. Считай, снаряды, всё. Ты вообще не задно. Извиняюсь, у меня опыт не хватит. Хорошо, я трачу свой опыт. Но извините, если у меня опыт не хватит на всё. Катя, ты хочешь лучше лук? Думай башкой. Лучше лук. Броня хорошая, но, Катя, самое главное в броне это вот железная кирса. Богдан кирса. Точнее, короче, вот... Ты перепутал ей 4. Я вижу 4. Катя, ты мне не дала еще мою кирку на... Я тебе сейчас дам! Куда ты ее отвечать дело? Ты мне на эффективность 4 отдаешь. Хорошо. Кать, ты мне отдаешь на эффективность 4. Ты понимаешь, что я делаю? Знаешь, сколько алмазов?
чтобы найти эту кирку, опять неэффективность. Понимаю? Ладно. А ты все равно, когда я тебя, знаешь, куда отправлю в следующей серии? В шахту алмазы добывать, потому что мы сейчас лишимся всех алмазов. Я уже. Так. Хорошо. Так. Если я сейчас не нашел фракасами, то точно хорошо. Это ты будешь. Ну ты нас... прокакала кирку на алмаз. Ты понимаешь, это единственная кирка у меня была. Удачи. А второй. Зачем? Эффективность, эффективность. Вот так, смотри, да, вот так. У меня получается удача 3. Ну это, ну, очень это удача. И еще раз. Удача. Удача 3. Удача 3. Да хорошо. Удачи! Шелковое касание мне верни. Нету. Я сказала, шелковое касание мне верни. Нету. Тебе сейчас дам, нету. Нет. Есть! Нет! Еще как есть, Катя! Нет! Так, эффективность 4. Ломаю микрофон. Ты найдешь. Ой. Еще раз будет. Почему? А так... может у меня получится? А, у меня очень получится. А, есть, есть. Ну, нужно фармить. О, ладно, удача 3. Но ты мне обещаешь, что ты с ним сидишь. Стоп. Удача, может, алмазы? Удача и эффективность 4. Все, Катя, у меня теперь удача и эффективность 4. Ты у меня... У тебя укру... есть вообще-то книги. У меня вопрос. Если я сейчас... Где у нас наковальня? Где у нас? Ты еще наковальню спал? Чего? Ну, когда случайно, наверное, сломала и прокакала наковальню. Катя, если ты сейчас еще и наковальню приобрела, ты просто не знаешь, что я с тобой сделаю. Куда наковальню делать? Сяй! Я не успокоюсь, ты мне прокакал шелковое касание. Держи наковальню. Я тебе говорила, давай отдам. Потом. Суп с котом сейчас будет тебе потом. Ты так сказал. Уже пересказал. Жалеешь? Раз, два, три. Крафтим наковальню. Тут всю железку потратили практически. Всю железку потратили. Целый стак. Нет, не целый стак. Катя. Все какая-то настроение. Ну, практически то же самое количество искусства и было. Наковальню. Это называется жертва. Я трачу какую кирку и получаю интерес. Какую кирку тогда получу? Эффективность 2. И дальше. Ничего не получается. Нормально, ой, не получается так, как получается. Короче, ладно, у меня теперь куча алмазных кирок, я тебе их не верну. Чё это? Тебя надо бить за это. Тебя нужно бить за это. Хоть ты мне прокакала все, что возможно. Вот такая пока не пойдет. Я еще вот за этот я еще себе возьму. С этим сейчас с моим все уйдем и... Сама виновата. Как можно скорее? Попробуй, найти мне. Ты мне найдешь. Ну или скоро все новое. На эффекти. Ой, нашел только сам. Да что ж такая такая? Ну чего не такая? Просто включи и все. Ты на меня. Так, утопленник. Ты сейчас зря это делаешь, то что рыпаешься на ванну. Извините мне, почему? Катя, ты пока... Я тут прокачу. Короче, в этой серии, что я хотел сделать? Я хотел много чего интересного. Ну, кое-кто просто так вылетел из моего дома. Всегда. Называется, я вылетел не всегда, а? Ну, хорошо, я пошел туда один искать замок. Ну, то и дальше. Ну, короче, это замок.
Вот я, кстати, вот такой пудик сделал в миссии. Это называется, знаешь как? Ну как это называется? О, мог упал, а ты его... Нет, Катя, я тебе говорю. Сколько что за упиратели? Короче, песчаные... А. Где это дальше? Где там вот это? Вот кусты есть. И как он назывался? Куда тебе надо было? И, короче, в египетские пирамиды, короче, это называется. Слово нужно было египетский. Вот это я везучий. Вон она стоит. Заходи быстрее, мой народ, то я без тебя ее залутаю. Залутай. Я хочу с тобой! Так и будет. Димон! Туру-туру-туру-ту! Димон! А давай еще включим эту музыку. Димон! Правда, он заспалился как-то не очень удачно. Как я понимаю. Через жопу? Ну, ты прямо сейчас через одно место. Еще да. Через одно место. Что это такое? Через одно место. Ию. Давай. Точно через одно место. Как это можно было так заспавниться? Чё? Это вообще нормально? Это нормально? По-вашему? Рубить? По его, да. Походу. Так, собираем всю вот эту фигели-фигели-бамбину. И чики-бамбину убираем. Закрываем всё. Башня как бы находится здесь. Это не очень неудачно. Быстро копает. Ребёнок и червишка. Что так быстро копаешь? Мне сейчас как будто это... Соска. Видео вырос. Ты это видишь? Я тебе рваний экскаватор. У меня уже стал за 5 секунд. Ну нафиг. Сколько у меня там и 3 колотить. Что ж тут происходит? Сейчас попробуем выкопаться. Только тихонечко. Понимаю, это недостаточно далеко. А нет. Сейчас мы выйдем на улицу. Экскаватор выходит на улицу. И рубать сюда светит. Так, так, так. Ну и, короче, я как понимаю, вот это. Фигели-фигели-бамбина. Получается, башня находится где-то здесь. Здесь. Да, Ваня-экскаватор. Ваня-экскаватор еще тот. Катя, давай заходим в Майнкрафт быстрее. Я без тебя не хочу ничего делать. Утай. Перекисывай. Окей, вот так у нас башня. Тоже кое-что засыпал. Кое-что тоже засыпал. Не должна быть дырыка. Я ж не супер нас спал. Скажи. Да. Вообще как-то не... Димон! Сейчас будет. Димон! Лучше это не надо. Да, ну, вроде все. Блядь, да заходи быстрее. Не входит. Ладно. Значит, будем без Кати. Только Фух. Димон. Сейчас бы был бы Димон настоящий еще тот. Так, факелки у меня есть, плита есть, но мы только в конце сделаем, Димон. Еще один носит бой, и еще конская броня. Интересно. Да есть что? Пронзание. Еще одна конская броня надо? Не надо. Хорошо, если там... Нет, надо. Если там алмазные... Мне алмазные, у тебя уже есть. Мощь. И еще одно золотое яблоко. Мощь. Мощь.
Бош-турурум-тун, и человечина. Ну, короче, тут ничего такого интересного не оказалось, так что забираем все грязь. То есть, порох, еще раз эту фигню. Песок мы не будем забирать, у нас так он, около дома, не в провороте, да? Мы живем в пустыне. Нет, как-то собралось. Катя. Мы не знаем. Это очень страшно. Мы не знаем, что с этим делать. Это страшно, мы не знаем, что с этим делать. Вроде. Вроде все. Такого интересного не будет. Скажи. Теперь Ваня экскаватор берет лопату и начинает... А, не. Ваня экскаватор кофе забыл. Ваня берет. Собирает несколько лопаты. Ё, просто, это слишком быстро. Тут несколько TNT есть. Это TNT есть, вернее, нужно кое-что... убрать. Выбросим вот этот весь стачок. И Ваня экскаватор начал несколько выбросить, а не оставлять не его. Ваня экскаватор берет в руки свой экскаватор и начинает копать. Раз, два, три, бля! Немножко подлагало, конечно. Ну, нормально. Ваня экскаватор положил. Не, тогда уже возьмем песчаник. Песчаником больше. Опять Ваня экскаватор. Бам! Ваня экскаватор прорубил поход. Это легендарно было. Выбрано все чисто. И круто. Теперь собираем вот это. Ваня экскаватор, ты нормальный. Ты прокакался, ты только что выбрался и опять. Точно. Это было правильно, то, что я так по голове ударил. Че выбросить-то? Че, хотя ничего не надо выбрасывать. Сейчас все сделаем. Рязь. Не, плохо. Фигня, Миша, давай по новой. Да. Ладно, сейчас сейчас придется кое-что выбросить. И достаточно в большом количестве. Сейчас прыгаем, собираем, что мне надо. Так, собираем. И теперь берем блоки и начинаем строиться. Так. Нет. Я как-нибудь здесь начинаем. Уже, наверное, я зря это сделал. Да? Да, зря. Ну, все, наверное, да, зря. Потому что я бы иначе еще бы сделал сейчас. Ну, я бы потом в следующей серии бы дом из этого сделал. Опять бы упал бы сейчас. А ты просто застрой. Не сделай дом. Может, в следующей серии застроим, может, в этой серии я уже... Вот тебя не хватало тут. Скажи. Ага. Че я не могу съесть? Теперь могу. В общем, наверное, я буду заканчивать. Такая у нас серия получилась сегодня. Результат наш, наконец-то. Печатный наш, я даже не знал, что... Я просто думал, что я долго буду идти. А просто взял-то и нашел. Он так близко находился. Скажи у нас... Через жопу поставил. Скажи, конечно, то, что у нас... Конечно, да, он странно построил, но... Тебя тут, я сказал, не хватает. Иди. Иди. И, короче, вот прям деревня и башня мародеров. Ёлочка. И дальше. У нас есть, наверное, куча еще деревень. Нам надо поискать. Что-нибудь в них интересное, я что-то там вижу. Интересненько. Здесь что-нибудь там есть. Это
Это я не верю. Нет, просто проход. А, можно было... Там дырнуть. Ой, Ваня, склада, начинай дальше рубить. Тут я прорубил. Скажи. Сейчас я бегу домой, и все. В общем, сейчас завершаем. И круто-круто вообще. Ну, сейчас я продолжаю, точнее, заканчиваю свое время выживания. Вот я сейчас подойду к тому... все, понял, я застрял. Пройду к тому месту. И вот так буду стоять. Вот там дальше видно. И вот так меня. Все. Огромное спасибо, все, что я про скрим. Мы в этой серии залутали данж. Это было круто. Всем пока. Мы. С Катей.